Precise, nurva zemljeni, kavalke. Добрый день, как тебя зовут? Меня зовут Евгений. А в каких соревнованиях ты сегодня принимал участие? Соревнования по кикбоксингу. Чемпионат Эстонии, так понимаю, да? А который раз ты принимаешь участие в соревнованиях? Первый. А какое ты место сегодня получил? Первое. Мы тебя, конечно, поздравляем. Можешь немножко рассказать, как ты получил это первое место? Что тебе обеспечило победу? Боролся. Это был нокаут, да? Ну да. Как долго ты занимаешься кикбоксингом? Третий месяц. А где ты занимаешься кикбоксингом? На Пунана 16. Как этот клуб называется? ЕАК Эстонская академия в кикбоксинг. Кто тебя там тренирует? Дмитрий Воробьев. Как тебе это нравится? Да, очень. А каковы твои дальнейшие планы по поводу кикбоксинга? Что ты хотел бы достичь? Заниматься, развиваться, становиться лучше. Я так понимаю, ты, наверное, хочешь принимать участие в международных соревнованиях, да? Да, хотелось бы в будущем. Спасибо, мы желаем тебе успехов, поздравляем тебя еще раз с победой и надеемся увидеть твои красочные бои в будущем. Спасибо, всего хорошего.